Республиканский президентский перинатальный центр поддержал инициативу Фонда социально-культурных инициатив. Его возглавляет супруга премьер-министра Российской Федерации Светлана Медведева. В стране стартовала акция «Подари мне жизнь». Ее цель – еще раз привлечь внимание общества к чрезвычайно острой проблеме абортов. Сегодня один из известных торговых центров столицы республики стал одной из точек всероссийской акции «Подари мне жизнь». Специалисты президентского перинатального центра рассказали молодым чебоксаркам, как важно избегать хирургического вмешательства в женский организм, сколько осложнений при этом бывает. И самое страшное – любой аборт. Это риск совсем не иметь детей в будущем. Зачастую женщина, молодая девушка, приходящая прерывать беременность, вообще не осознает, что происходит с ее телом, с ее организмом, что в ее теле развивается новая жизнь. И мы сегодня позволяем людям потрогать вот эту новую жизнь. В рамках акции планируется, что в определенные дни гинекологи-акушеры не будут проводить операции по прерыванию беременности. По их мнению, это еще один шанс спасти будущие человеческие жизни. У женщин появится дополнительное время подумать, правильное ли решение они приняли. Специалисты перинатального центра сегодня пытались убедить участников акции, что ребенок – это радость, а не трудности. Поддержали их и мамы. Все трудности можно в жизни преодолеть. Они только в начале, но потом к этому привыкаешь, даже не привыкаешь. Учишься жить в новом ритме жизни. И это никакие не трудности, это твоя новая жизнь с появлением детей. Стоит отметить, что только в прошлом году в Чувашии, благодаря работе специалистов медико-социальных служб, комплексная помощь была оказана более чем 12 тысячам пациентов. Сохранено свыше 500 беременностей. Сабина Вишневская, Олег Якимов, Республика.